Мы находимся на выставке MetaExpo, разговариваем с нашими гостями, спикеры. Здесь есть деловая программа. Александр, вы спикер. Вы рассказывали, расскажите, про что была тема и почему эта тема полезна аудитории, которая вас слушала. Да, я рассказал про ключевые тренды в розничной торговле, которые будут происходили в 2018 году и которые будут происходить в 2019 году. Мы проанализировали достаточно большое количество данных и постарались сделать выжимку для небольших магазинов, для супермаркетов, региональных сетей, чтобы им выжить, и они могли конкурировать со своими конкурентами, в том числе с федеральными сетями. Какого плана данные? Данные мы брали данные на основе Нильсон, исследования Инфолайна, GFK. Видели наши данные, опять же, из наших систем. Соответственно, данные были основаны на основании этих исследовательских агентств. А данные это про продажи, это про что? Мы разобрали основные данные по изменению в законодательстве, ключевые изменения по покупателям, покупательское поведение, тренды омниканальности, куда движется рынок, какие форматы магазинов будут расти, какие будут падать, где, собственно, зарыты деньги для именно ритейлеров. Мы постарались это разобрать, и было очень много вопросов со стороны посетителей. Что могут зрители, ваша аудитория, которая вас слушала, делать с этой аналитикой? Как их могут применять? Вот они послушали, там условно хорошо или плохо ситуация на рынке. Что они могут с этой информацией делать? Они могут изменить свой бизнес, прежде всего. Это касательно и товарного ассортимента, изменения внести, это и касательно работы с персоналом, и касательно кассового того же оборудования, соответственно, законодательству. На самом деле, очень много изменений. Чтобы выжить в ближайшие годы на стагнирующем и падающем рынке, нужно меняться комплексно. И не только в одном ключевом формате, но и касательно всех пунктов. Это и маркетинг, это и оборудование, соответственно, законодательству. То есть все нужно подстраиваться, меняться. Только так можно выжить и конкурировать с федералами, которые пожирают все больше и больше и вырастут в ближайшие годы в минимум в два раза. Спасибо большое. Вот такая деловая программа на выставке MetaExpo. Не переключайтесь, скоро включение с новыми спикерами.